В главном зале Генеральной Ассамблеи ООН отметили Международный день действий против ядерных испытаний по инициативе нашей страны. Открывая форум, председатель Генассамблеи ООН отметил важность заседания для нашей планеты и поблагодарил Казахстан за инициативу. Генеральный секретарь ООН, в свою очередь, вновь призвал к немедленному вступлению в силу договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров напомнил об истории закрытия Семипалатинского полигона по инициативе президента Нурсултана Назарбаева. Он отметил, что Международный день действий против ядерных испытаний был учрежден в том числе, чтобы объединить усилия мирового сообщества для безопасного будущего. Сегодня впервые с высокой трибуны ООН выступил наш соотечественник, художник Карибек Куюков, который сам пострадал от ядерных испытаний. Все, что сегодня вы услышите, станет очередным напоминанием о горьком опыте Казахстана, испытавшем на себе все ужасы и боль от ядерных испытаний. Недавно мне исполнилось 50 лет, 25 из которых я посвятил борьбе против ядерного оружия. Наша страна имеет моральное право на выдвижение глобальных антиядерных инициатив. Усилия президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева в данной сфере находят понимание и поддержку мирового сообщества. Так как своим указом о закрытии Семипалатинского ядерного полигона он показал всем, что Казахстан выбрал путь мира и добра, и что это является достойным примером для других стран.